Пам-пам-пам-пам! Пара-ра-ра-ра-ра-ра-ра-рум! Пара! Ты чё, офигела, что ли? Ты чё мне там костяшки какой-то долбануло? На, короче, Жень, кости тебе. Не знаю, чьи, у меня в это, в задачке какие-то кости лежат. Ты чё? Смотри. Тан-тан-тар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 
настроения такого. Нет, новогоднего нет настроения тогда. Слушай. Иди сюда. Да что такое еще? Ну что? Короче, подойди поближе, подойди. Да давай уже, давай ближе никуда. Давай, что? Да Женя! Что пугаешь? Короче, пошли к Санте, он нам такое покажет. Пошли быстрее, пошли. Чего он покажет? Опять давай, дубинчики, колокольчики, что он там покажет? Ну, так скажем, он что-то звал, что-то говорит, типа, ребятушки, идите сюда, я вам подниму новогоднее настроение, не я только. Я не буду ему новогоднее настроение поднимать, и посох его трогать тоже не хочу. А вот не знаю, сейчас посмотрим, что он скажет. Здравствуйте, Дедушка Мороз. Здравствуйте, хотите чудо на Новый год? Хотите, я вас заколдую на один день? Соглашайтесь, а то плохо будет. Шучу. Короче, аламе, баламе, дергай парень за бороду, а ты девочка за посох. Только не так сильно, а то в прошлый раз посох сломала. Какая-то такая. Ты чё ему? В смысле, Жень, ничего ему не ломала, не ломала сейчас. Да, ну ладно. Он, наверное, сам себя дернул за посох и сломал. Ну, возможно, возможно. Кстати, друзья спрашивали в комментариях, что такое посох. Посох — это палка у Деда Мороза. Он с ней ходит, опирается на нее. Понятно, понятно. Трость. Посох — это трость волшебная, короче. Да. А вы что подумали? Так, ладно, короче. А что, как ты нас заколдуешь-то, а? Спать идите, спать. Спать, говорит, спать? Иди. А что у него тут? Ничего? Посетикам ничего? Ничего? Ну ладно, все, пошел. А ты что шаришься у деда по карманам, а? А вот шарюсь и буду, и все. А ты что, а? Ты что, а? Это Жень, пожалуйста, не бей меня. Сейчас ладно. Мы поспим, и будет какой-то сюрприз, короче. Будет какой-то сюрприз? А тебе не страшно? Он как бы тебя... Ой, смотри, убежал котяра, ты хватай его! Куся! Смотри, я говорю, зрители недаром пишут, настолько плохая хозяйка, что коты убегают. А где Кусь? Ты его в стенку заперла! В смысле, погоди? Пам-бам-бам-бам-ба-ра-рам-бам-бам-бам. Мы будем Жень, помнить верни... Куся. Верни Жень, пожалуйста, Куся, достань из стенки, Жень. Сейчас я его достану. Все-таки Новый год на дворе. Сейчас, так, Кусь. Кусь, ты там? Жень, вот, Кусь пришел. Ты его, вон он, это? Ничего себе, живой. О, бритва. Да, почти живой. Бритва. Оп. Может быть, бритва сейчас кусь-куся его. Она уже кусь-кусь, но не надо. Кусь-кусь. Сади своего куся, а то он опять конь пропадет. Сидеть. Так, все, давай, пошли спать, ложиться. Пошли быстрее. Все, спать. Наконец-то я уже тут это. Ну все, давай, ложись, короче. Жень, посмотри на медведя. А что с ним? Он печально смотрит в окно. Все, давай, ложись спать. Это чтоб ты с кровати с моей свалил. Ну-ка. Ах ты, какой хитрый. Все, моя кровать, все, Жень. Ну ты вообще, ну ладно, все, давай. Ё-моё, что со мной стало? Я в зеркало смотрю. Не понял, это что за фигня? Слышишь? Помогите, ребятушки, я в теле, я наброс. А я что, в девчонке, что ли? Ёшкин кот. Ой, а что это у меня такое, а? Не смотреть, ну-ка, стоп. Чего не трогать, не мазать, все мое тело. Не надо меня трогать. Тут медведь. Я тебя не трогаю, мне даже страшно. Тут смотри, медведь вообще ошалел. Он то на тебя смотрит, то на меня. Он вообще такой, да, а что ты нафиг? Такой, смотри, изучает такой. На меня, на тебя. Мишечка, ничего, все нормально, мы вернемся в наши дела. Да, это Санта, походу, дело зачудил. Он такой отошел, ну нафиг вас, и в стену отвернулся. Ладно, пошли. Так, что нам делать-то? Аккуратнее с моим этим телом, моим прекрасным фарфоровым. Тихо, полегче. Прекрасно с твоим телом? Нет! А как тебе такое прекрасно? Худенькая, да, ты у нас? Ты что, ты на диете? На диете? А вот сейчас твоя диета коту вот под хвост идет. Нет, ты что, ты что?
Ты что, торт сожрал? Да, тут было сразу 4000 калорий. Скажем так, тебя завтра утром разбомбит так, как бомбит тесто, короче. Ты шо, у меня ж поп вырастет, ты шо? Ты же, так нечестно, я сейчас вообще с балкона сброшу. Ну-ка, слышь ты, слышь. А, что, страшно, да? О, смотри, я уже взял на крейс стою. Завтра мне больно будет, не вздумай. А че? Ты, значит, ты тут ешь, а я че, нет? Слышь, Э! Оп! Вот и вообще, так было чуть-чуть, больновато. А вот сейчас я тебе тоже так же. Смотри. Нет! Ой, кажется, тут... А, у тебя же еще и маникюр. Кажется, сейчас чей-то маникюр сломается. Ты что издеваешься-то, Жень? Да ты что? Да все, хватит издеваться. Ладно. Смотри, так на нас смотрят странно. Ну да, это как-то необычно, что девочка говорит мужским голосом, а мальчик женским. Ну, блин, они, наверное, наши соседи все ошалели. Я, да. О! Так много слез мои. Слез или слезла? Я вообще-то теперь девушка. Слез. А девушкам надо уступать. Ты что, офигела, ты что, девушка, ну-ка, это моя, евгеновская бро, этого, тарантечка, все. Ой, не тарантечка, макет, все. Блин, ты что, мне теперь, вот на этой тарантечке, что ли, ехать? Да, все, катайся, попок, девчонки уже привыкла к этому. Да капец, брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум. А что, куда мы катимся-то? В магазин, наверное, да, надо там затариться. Куда погнал-то? Чё? Чё? Ты не думай, ты это, не рассуждай. Кошмар, у меня проникают твои мысли. Да. Чё, мне пулькой, да, надо? Да, пулькой давай, пулькой. Блин. Блин, а в меня проникают твои мысли. Брум-брум-брум-брум. Так, ну-ка, что здесь такое? Так, ну-ка. Здравствуйте. Тут говорят, у вас лотерея есть, мне звонили по телефону. А ты, бро, отойди отсюда. Да ты что, я не могу смотреть на тебя мужским голосом говорящим. Это ужасно странно. А я не могу на тебя смотреть, когда ты говоришь женским. Мне кажется, я смотрю свою же серию, только это... Это фейк, это не Евген, бро! Сейчас в комментах напишешь. Да, ребят, это фейк, похоже. Но на самом деле мы реально телами поменялись, друзья, вы же видите. Ну да, я девчонка, я типа прыгаю, если что. Да, вот это девчонка, а я вот Евген Бро, только я теперь, видите, девушка. Так, что ты меня такое? Да хватит, все. Чё так, там он? Где лотерея? Во, он говорит, смотри, здесь продают лотереи. Смотри, иди сюда. О, какой-то спецагент. Да. Смотри, он, короче, продает. А, смотри, это блоки, из них может выпасть что-то либо хорошее, либо плохое, но стоит они $5. Мы можем, короче, либо все деньги потерять, либо выиграть и приумножить. Что мы будем рисковать, а? Да, ну давай еще поиграем. Я тогда беру нижний, короче. Ну давай, а я возьму верхний. О, все. Ну все, пойдем. Что, ставить надо их? Ну пошли, ну не в магазине же открывают, ты что? А чё? Давай отъедем куда-нибудь. Давай здесь. Здесь? Ну ладно, давай здесь. Вот, давай. Так, я поставлю сейчас. Давай. Оп, а чё не... Оп, так. И мне бить его? Ну бей, а я отойду, как говорится. Тут пауки, всё. Мамочка, что ты такое? Ё-моё, сколько здесь пауков? Так, я еще живой. Блин, здесь тупик. А ну отошли от меня. Они прям ползут на меня. Блин, меня тоже загасили. Ты где там? Тепни меня к тебе. А ты где? Я на этом... Где овцы, короче. Где овцы? На полигоне. Ну сейчас. Капец, нас вообще распилили. Так, вроде нету, да, никого? Блин, нет, давай ставь свой блок и это, давай. Мы, получается, вообще... Вдруг у тебя сейчас это паучинное нашествие опять тоже так, будет. Так, ну-ка. Так. Где там? Ой, ё-моё! Это какой-то монстр! Так, а его я уже с бурятом, а? Текаем. Бурятом сейчас его. Иди сюда, а? Нате, опа! Ты шо его? Видал? Да. Ты горишь. Да, я горю, сейчас вот этого. А, ты чё? Ой, блин, нифига он сильный. Так, отбегаем. Моя попка горит. Да я вижу, у тебя еще стрела, знаешь, в одном месте торчит. Ну она вообще-то в ноге. Ты где там? Так, еще... Да здесь я. Что, ты убежал, что ли? Ну конечно. Может, еще купим один? Да я что-то не знаю, мы что-то вообще не... Просрали сейчас только что 10 долларов. А у тебя есть? У меня 4 еще есть. У меня тоже 4.
О, давай я тебе один отсыплю. Давай. Два. Вот на два. Половину. Так, все, оп. Погубай. Какой? Нижний, верхний? Ну, я верхний возьму, так. А-а-а. Так, все. Так, пошли. Так, 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 так. Че это, пропал? Так, все, кто? Давай на свои факты будет стоять. Блин, ну давай, пиши, короче. Давай, готова? Нет, погоди. Давай, раз. Да, давай. Два. Три. Три. Ух ты, смотри какая, ты чё? А, ну ты сейчас в моем теле, ты читаешь мои мысли. Давай. Давай. Давай, раз. Два. Два. Три. Три. Опа. А я проиграла, значит, я не ставлю или ставлю? Нет, ставишь, нет. О, ну. А, ты хотела ставить, что ли? Все. Давай. Так, оп. Че, бью? Давай. О-о-о, зельки. Что там за зельки? Ну-ка. Лаки Potion. О, ну-ка, скинь мне, я посмотрю. Они минус 10 что-то там. О-о-о, это... А, это минус 100, это плохие. А что делают? Ну-ка. Ого, Джек. Еда, Джек, лови еду. Такая еда, заорала. Такая еда. Все, ребят, мы, короче, затырились едой. Офигеть, сколько еды. Так, книжки я тебе выбрас. Да это книжки, это не еда. Ну, книжки выбрасывай, а еду давай тыри. У нас теперь холодильник полный будет, понимаешь? Да тут на самом деле не особо много еды так-то. Тут какие-то... слушай, тушеный кролик. Короче, мы окупили, получается, да? О, тут и живые кролики. Ну и че? Может, мы их... Да ладно. Все, поехали домой. Мы окупили, короче, наши затраты в лотерее. Да, едой, короче, окупили. Едой, да. А тортик так и будет тут стоять? Надо его сломать. Ну давай, я их заберу. Только давай. Немножечко. Так, 400 калорий у тебя есть? Так, оп, уже 5000 калорий, 6000 калорий. Нет, даже не жри, пожалуйста. Ты его сломал или забрал? О, смотри, я кролик. Ты кролик? Погоди. Смотри, как я высоко прыгаю. А-а-а. Давай, все. Тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур. Блин, да что такое? Я реально в тебя превращаюсь. Эй, куда ты поехал? Поехал, а? Слышь? А чё, как тебе тарантанчик-то мой? Удобно когда-то? Вообще неудобно, она медлительная, вообще капец просто. Ну ты видал, да? Пока! Я тебя сейчас вообще просто покусаю. Давай, догони, короче. Вот ты вообще, ну я сейчас догоню, я тебя вообще вот просто... Ага, чё ты не делаешь? Я тебя сейчас вот... Чё, догони. Короче, всё, давай, там котики нас заждались уже. Да. Кстати, нам надо еды купить. А, не, подожди, нам не надо теперь еду покупать. У нас она есть. Ну, ты умник, конечно. Так, давай сбрасываем. Давай сбрасываем всю еду. Посмотрим, сколько у нас еды. Весь холодильник. Все, да, смотри. Ну, еда есть. Выброси бусты, банки, ведро и зельку тоже. Я еду спихну. Все. И... Все, полное. Обалдеть. Давай в шкафы вот сюда положим. Вот смотри, наверху шкафы есть. Так, давай, что там? Морковку туда засуну, она же не испортится, да? Ну, я думаю, не испортится. Слушай, у нас вообще дофига тер всего. А ты что земельку-то засунул? Все тут будет лежать. Опа, все, нормально. О, норм. О, тортик. Смотри, тортик. Нет, оп. Не кусай. Ням. У кого-то завтра будет жирная попа. Ты офигел. Или Л. Не знаю, как правильно, потому что тут вообще какой-то беспредел происходит. Беспредел. Меч, ты хочешь поделать? Да, я хочу. Хочешь меч? Давай, да. Давай. Ты что, да ты евро? Да. Все, у тебя так не получится меня троллить, а? На твой меч, да. Давай. Все. Короче, с челами мы поменялись, а эти навыки, короче, помогли. Да на свой меч, да. Все, давай. Да ты что? Все, я злюсь, вообще не могу, что происходит. Ты не настоящий Евген, бро, ты фейк. Да, настоящий Евген, бро, может подбирать предметы. Да что, да все. Кусь, скажи ему! Кусь мой персонаж, он не твой. В общем, все.
Капец, блин, вот. Все, на такой ноте мы будем прощаться. Нет, я сейчас вообще бурятов забурю. Отбурю тебя, бурятов. Нет, нет, давай. Нет? Ну, да, да, ладно, да. Все, пошли ложиться спать. Мы сейчас, короче, я думаю, превратимся обратно, когда поспим. Давай, давай. Блин, я хочу на своей кровати спать. Нет, ладно. Моя кровать. Все, давай, все, спокойной ночи, бро. Споки. О, все, о, доброе утро. О, все, мы поменялись обратно. О, наконец-то, мой бурятик. Я по тебе так соскучилась, тепучка моя. Давай жек пилить, давай, давай. Ты че? А ты че? О, у меня последний доллар есть, на. Давай, давай. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Да-на, я прям в тебя кинул, смотри. Да все, я не покуплюсь бы. Да, в общем, все. В общем, дорогие друзья, все, мы вернулись обратно в свои тела. А вы, друзья, ставьте лайк. Да, ребятушки, подписочка, колокольчик, комментик, тра-та-та. Да, подписывайтесь обязательно, чтобы не пропустить новые серии. Прям подписочка, сломайте кнопку подписка. Вот так вот. Ты жо, Все, в общем, дорогие друзья, всем пока-пока. Пока-пока.